те валидаторы, которые сейчас это появились в наших вагонах на 21 маршруте, это валидаторы, которые установил MasterCard совместно с банком-партнером «Восток». До этого валидаторы это подобные работали на нашем фуникулере больше года. Что это такое? Это альтернативная форма расчета к той форме расчета, которая есть на сегодняшний день. То есть мы говорим о том, что в нашем это подвижном составе будет возможность на данном этапе рассчитаться как наличными деньгами с кондуктором, так и есть возможность без наличного расчета через валидаторы MasterCard. Мы будем тестировать на 21 маршруте. В дальнейшем такие же подобные валидаторы будем ставить и на остальных маршрутах города. Что касается финансовой составляющей, то есть эти валидаторы нам банк предоставил бесплатно, и ставка эта тарифная нулевая. Поэтому никакой финансовой нагрузки город и КП «Одесс» Горэлектротранс по установке этих валидаторов не несет. В первую очередь это удобство пассажирам, это дает возможность людям рассчитываться как наличными деньгами, так и безналичными. То есть на сегодняшний день есть уже альтернатива расчет. Во-вторых, это, конечно, безналичная форма расчета минимизирует человеческий фактор. То есть те деньги, которые это поступают через валидатор, на 100% доходят до предприятия. Вот. Хотелось бы заметить, что у нас сейчас есть несколько форм безналичной формы расчета. Это действующие валидаторы MasterCard. Также это постоянные билеты. Это тоже, по словам, безналичная форма расчета. Их достаточно широкая сетка. Можно взять как на 3 месяца, так и на 15 дней в это любой диспетчерской на наших маршрутах. Чтобы не подменять это понятие, это не электронный билет на 100%, это альтернативная форма расчета. То есть сам электронный билет – это система намного… То есть электронный билет – это полностью новая форма расчета, а мы сейчас даем альтернативу. Можно рассчитаться как наличными деньгами, так и безналичными. То есть это пассажиры сами выбирают, что им удобнее. Можно сказать, это переходная модель. За эти выходные, пока валидаторы уже работают, действительно в первый же день было осуществлено через валидаторы больше 100 операций. То есть это действительно хороший результат, с учетом, что это был только первый день этой работы и только на двух вагонах. Через этот валидатор можно рассчитаться любыми карточками. То есть любая банковская карта подходит.